В преддверии Дня Победы на торце одного из уральских домов появились портреты пулеметчицы Маншук Маметовой, снайпера Алии Молдоголовой и летчицы Хюас Доспановой. Сейчас группа художников работает над новым рисунком. В отделе архитектуры и градостроительства отметили, что этот вид работ называется «Мурал». Он приобрел большую популярность в Алматы и Нур-Султане. По проспекту Евразия делается мулар жирафа. Со своей стороны мы помогаем. Это инициативная группа. В будущем наш город будет преображаться. И в дальнейшем тоже есть у нас варианты и художники, которые будут далее делать эти мулары. Ольга Валерова уже не впервые рисует на стенах домов. Раньше девушка занималась закрашиванием рекламы наркотиков, которая заполонила областной центр. Мы действовали оперативно, подготовили где-то эскизов 8-10. И уже Акимат согласовал их. Вот. Потом мы в группе в Инстаграме дали возможность нашим людям высказаться, выбрать, самим сделать выбор. Жители города отметили, что этот рисунок вызывает улыбку и настраивает на позитивный лад. Рисунки все такие цветные, яркие, сочные. Очень хорошо радует глаз. Проходя дети восторженно смотрят на рисунки и радуются. В ближайшее время в Уральске могут появиться новые рисунки. Они уже согласованы с представителями Акимата областного центра. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.